8 июня 2021 года наша легендарная павлодарская команда «Джигаловы» выехала на чемпионат Республики Казахстан по спиннингу в город Темиртау. Параллельно с нами выехала другая павлодарская команда «Иртыш-ФМ». Всем нужна была только победа. Мы понимали, что нас ожидает тяжелая борьба, так как мы никогда ранее не были на этом водоеме, а нам предстояло сразиться с командами из Астаны и Караганды, которые были на этом водохранилище, как у себя дома. Тем сильнее была интрига и желание победить. Вот только приехали, сразу загнали машину в воду, посадили, да? Лёх, давай наливай. Масло. Здесь уже это, нашел? Спуск на воду. Прибыли в Темиртау, спуск на воду, лодки. Может, еще успеем на вечерний клев. Тимур Анатольевич, самый молодой, таскает бензин в мой кабинет. Так, сейчас будем вытаскивать вот эту машину. Вот пытаемся вытащить машинку. Первая попытка. Потихонечку давай. Не! Не сползаешь. В раскачку. Еще прошла. Во-во-во! Опять раскачку. Не! Слышь? Женя бы переехать опять вот так, туда. Вот так. Давай назад. О, сейчас хорошо прям. Еще давай. Что у него задние колеса? А ты колеса влево. Вот так. Пойдем, давай. О! Победа! Все, торжественное отплытие. Решили посмотреть сегодня. Вот такой вот ветер, невозможно спустить лодку. Мы туда уже замучились, а волнами нас назад все время. Уже полная лодка воды сейчас, будем доставать, чешить ее. Невозможно выехать, волна бешеная волна. Офигеть. Полная лодка воды. Разыгрался шторм. Невозможно спустить лодку на воду. Полная воды. Невозможно ни четвером, ни машины никак поднять. А волна все прибывает и прибывает. Тут вообще караул. Что делается? Вот такая воля к победе у пацанов. Вот так вот стартуют рыбаки. Волна офигенная. Вы говорите, шторма нет. Смотри, какая волна идет. О! Как на море. Волна капец.
лодку выбрасывает на берег и все. Вот рыбачки стартанули. Не знаю, куда их несет на тренировку. На такой лодочке, с таким моторчиком. На глиссер тут явно не выйдешь. Сейчас будет старт официальной тренировки. Они были утром? Вчера мы тестировали. Они были утром? Нет? Тимур Анатольевич. Начало старта официальной тренировки. Команда Вилазер приготовится. Возвращаюсь в лагерь рыбаков. Вот как тут расположились хорошо. На зеленой травке. Тут жена одного из рыбаков хозяйничает в лагере. Красота. Что делаете? Флаг поставили уже? Флаги. Ну, такая палаточка. Вот тут. Все пока побросали, поехали на тренировку. Но тут нормально, запаса еды надолго. Команда Иртыш ФМ. Друзья, призор Гироксара. Какой номер, покажи. Первый, нифига себе. Первый номер, джиголовый. Тимур Анатольевич, вы готовы? Мы готовы. Давай. Мы поняли, что мы поймали всего две зачетных рыбы. За все. Да? Ну ничего, сегодня погодка хорошая, может будет. Это Астана. Вот судья какой попался, какая. У Тимура Анатольевича в лодке. Спасибо. Тимур Анатольевич, готовы к старту? Ну, судья у вас вообще. Вы самый. Да. У вас что, каждая рыба зачет? Да, да, да. Джиголовы, готовы? Уже как сказал, за нас сегодня болеют. Да? Сантиметры контроля не играют. Сейчас точки поедем показывать. Карту вижу уже. Готовы? Пытаемся быть готовы. Ого, рыбак. Даже не заметил. Первая поклевка. Ногу. Первая поклевка.
поперек идет щука, что ли? Вот он. Не зачет. Не зачет, думаешь? Не, маленький. Чуть-чуть да. Больше или? Нет. Или вот, даже. Что-то можно. Ну-ка, ну-ка. Держи его, здорово здесь. Рулетку держи. Вот еще один судачок. Большой? Да нет, не особо. Палка мягкая. Что, блядь, как будто давит. Блин, у них что-то один размер, да? Да, ну, вот. Опа. Подожди. Дай вам поиграть. Дома. Все, готов. Готов? Держи. Хороший. Зачет. Вот поймали вот такую рыбку. На соревнования, Темиртау. О. Пусть живет. Пусть еще раз. Пошел. Пусть еще. Опять есть. Сачок, слушай, сачок. Блин, я сам в шоке. В смысле, хороший или нет? Что-то. Судья Мастёва, видишь вас? Да, да, мы сразу да. Сказали. Мы уже вчера сказали, что у нас Мастёва судья. Дома. По-моему, что-то тоже что-то среднее, да? Да, около нет. Заглотил, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну чё ж ты так, а? Так бы тебя отпустили живым, ну, здоровым. Маленький, ну-ка. Да? Да. Маленький? Да, да. Не спеши потихонечку. Я только закинул. Поиграйся. Я ему тоже слабинку давай. Ну да. Готов? Да, готов. Блин, тут солнце как раз светит в воду. О! По-моему, маленький, сразу да? Отпускай. Ё-моё! Судаком? Да. Как удар был? Ты не сачком его ударил? Угу. Ну? Так легко. Ну вот сломал спиннинг, но с первого же заброса на поломанный спиннинг опять взял судака. Давай, подводи. Дальше ломать не хочу я. Даже если маленький был. По-моему, маленький. Так брать. Покажи кончик. Вот, поломали. Вива прототип. Ну. Не покупайте графит. Да, не покупайте графит лидер. И вот второй заброс опять у него на этот же поломанный спиннинг. Он стал мастёвым. И уже не срывается. Спиннинг стал жестче. Хорошее что-то. Поэтому и не идет хорошее. Да, прям. Опа, нифига себе. Дальше не отломаешь. Ух, хороший. Пусть. Поднимай. Ух ты, этот вообще хороший. Нет. Этот вообще хороший, да. Ай, красавчик. Так что видишь, настоящему рыбаку да. Ничего не мешает. Пофиг, поломанный спиннинг, не поломанный. Все, рулетку смело достанем. Угу. Давайте пассатижи и лезвие. Все, он по самое не хочу. Такого большого-то надо. Смотрите, о, какой красавчик. Да. Да. Отпусти красиво. Ну. Давай, зови папу, маму, что там, старших братьев. Он еще не... Ой! На, тебе. И снова есть. Ну этот сейчас шел хорошо у тебя. Ну так там катушка прям. Ну я ж думал, что делал, что-то запуталось. Катушка у него обидела. Он просто давил в нос. Нужен? Опять есть. Да, наверное. Что-то в этот раз.
Ну, откусил у меня. У меня хвост съели. Был вот. Спортивный? Нет, да. Дабон, по-моему, да? Нет. Да, по-моему, мелкий. Что-то... Опять есть. Ого! А, подожди, о, он же тоже. О, он же тоже. Маленький. Маленький судачок. Ну, поломанный спиннинг все равно рулит, видишь? Вот опять на сломанный спиннинг. Ловит больше всех. Ловит больше всех, да. Давай, 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 давай. Чуть маловато будет, да, по-моему. Вы всех крупных выловили бы. Ну, они по второму кругу бы ловились. Ну. Блин, возьмешь, Миша, короче, померишь. Да нет, нет. Близко нет. Да? Давай, братан, бабушку с дедушкой. И снова на сломанный спиннинг. Вот судачок, ну маленький, незачетный. Нам же надо 40 сантиметров, чтобы... Ушел, да? Да. О, судак. Хороший. Чуть-чуть. Отцепился? Или нет? Не знаю. Не имею в виду, что я ему. Держишь? Ну что-то какой-то длинный, блин, еще. Ну да, он длинный, реально. Я говорю, длинный он. Так, ну бля, 40. 43. Порвался, сука. Ну этот плавник. Да, 43. Может, или нет? Не, вот. У него порвался плавник, вот от свилки его. 44, да? Опять на сломанный спиннинг, вон как рыба идет, блин. Ломайте спиннинги. Ломайте спиннинги, да. Отвалился. Хоть-ка показал бы, что там. Хороший? Давай его. Честно, непонятно. Вот так не ложи, ложи. И снова на поломанный спиннинг. Ломайте спиннинги. И будет у вас, да, поклевки, да? Да. Ну что-то спорный вопрос. Форный. Зачетный он или нет. После 48 они уже все кажутся маленькими. Опять поломанный спиннинг рулит. Какой он шустрый-то. Ну что-то маленький, по-моему. Что-то маленький, боевой. Нет, нет. Не маленький? Длинненький? Сейчас Андрей покажет мастер-класс, как одевать двойник, приманку, да? Прокалываем, заводим и выводим. Супер. Маленький, да? Или приложить уже, да, чтобы убедиться. Да. Да. Потому что вот даже с хвостом. Да. Очередная поклевочка. Трофей. Где трофей? Что трофей? Да. Красавец, красавец. Вот так. Прям мыс такой, да? Вот и закончился первый тур соревнований. Первое место пока что у команды Иртыш-ФМ Павлодар, второе место Джигаловый Павлодар, третье место 9-й регион Караганда и четвертое место у команды Тим Астана. Соревнования проходят на Самаркандском водохранилище города Темиртау. Спортсмены размещены в основном на базе отдыха «Космонавт». Завтра решающий второй тур.
Протокол расставит все на свои места.